Спустя 5 лет амурских водителей снова решили проверить. Возобновили конкурс среди рулевых грузовиков и автобусов. Прежде чем приступить к практике, автомобилисты сдали теорию. Почти как при первой сдаче экзамена на права. Затем несколько практических заданий. Колея, змейка, гараж. Тех, кто чище всех прошел дистанцию и лучше всех знает правила дорожного движения, отметили на торжестве. Одни из призеров – водители АКС. Я машинист автокрана. Моя задача опускать трубы, поднимать груза, делать ремонтные работы, которые делают амурские коммунальные системы. Каждый день выполняем такую работу. Возим трубы, чиним порывы. Рады, что это оценили и заметили. В Благовещенске 37 городских маршрутов. Вместе с развитием и ростом областной столицы растет не только дорожная сеть, но и количество автобусов на линиях. Перевозкой пассажиров, кроме муниципальных предприятий, занимаются 70 индивидуальных предпринимателей. Заходя в наши автобусы города, мы понимаем, что у нас становится все лучше и лучше. И это благодаря тому, что вы очень внимательно и с уважением относитесь к своему труду. Сегодня большая часть амурских сел, 84%, имеет регулярное автобусное сообщение. Это около 500 населенных пунктов. И в последнее время, отмечают эксперты, улучшилось качество перевозки пассажиров. В области построены новые автодороги, соответственно, количество новых межмуниципальных и межрегиональных маршрутов возросло. Мы еще раз хотели подчеркнуть, что без вас невозможно развитие экономики. Улучшение качества жизни людей в наших селах – это формирование дорожного фонда, это формирование дорожной инфраструктуры в регионе. И здесь, конечно, без вашего профессионализма, без вашей компетентности сделать будет что-то сложно. С годами обновляются автобусные парки, растут и маршрутные сети. Сегодня в Приамурье действует 100 регулярных пригородных и межмуниципальных маршрутов. Еще 266 городских и районных маршрутов. Они соединяют 2,5 сотни населенных пунктов. За последние 5 лет из Благовещенска автобусы стали ходить в Сковородино, Магдагачи, Хабаровск. Скоро планируется наладить сообщение Благовещенск-Тында. Денис Свириденко, Иван Сюмак, Первый областной.